вопрос. Я считаю, это хороший вариант. Таджикская алюминиевая компания «Талка» преобразуется в китайско-таджикскую компанию. Об этом пишет Радио Зади со ссылкой на экс-посла Китая в Таджикистане. На мой взгляд, совместное предприятие принесет пользу обеим сторонам, как с точки зрения создания новых рабочих мест, так и с точки зрения увеличения производственной мощности и объема продукции, реализации продукции и в конечном итоге налоговых доходов в госбюджет Таджикистана. Другими словами, от этого проекта в выигрыше будет не только Китай, но и Таджикистан, сказал бывший посол. Тем временем власти Таджикистана не раскрывают детали соглашения, связанного с Талка, и сообщают, что инвестиции в размере 545 миллионов долларов, предоставленные китайской государственной компанией China Machinery Engineering Corporation, CMES, способствуют модернизации предприятия с целью сокращения производственных затрат и увеличения прибыли Талка. حتماً با منفیتی همون شرکت‌های چینی هستند که در بالاخره یا از طریق بعد از بکار در آوردن و زیاد نمودن حجم استحصالی مثل آلومینیوم При всем этом, последние несколько лет эксперты неоднократно высказывали опасения о том, что на фоне растущего государственного долга, в частности перед Китаем, действующему режиму остается лишь покрывать свои долги путем передачи в распоряжение Китая стратегических месторождений минеральных ресурсов либо части своих земель. ولی مبلغ معین شده گی این وی همون دوره با یوانی واقع کری دلار بگذارونده گیده دوستدو سی میلیون بوده دوستدو سی میلیون دلار بود های او درکوی خورد بولوی پایان رفت اصلا